Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего канала, с вами Юля. И сегодня видео будет о покупках и подарках. Данные видео мы все очень-очень любим. Любим покупочки, как совершать, так и, конечно же, смотреть и у соседок-рукодельниц, что покупают и какие вкусы, предпочтения у других. Данная стопочка – это покупка в магазинчике ВКонтакте. Я совершила ее примерно в ноябре, но вот к Новому году посылочка ко мне добралась. И, соответственно, эта посылка – это мой подарок себе на Новый год. Дело было так. Я просматривала ленту ВКонтакте и увидела несколько позиций, которые меня заинтересовали. Ну и, соответственно, пришла в магазин и стала смотреть, что есть еще. Ну и, в общем, настроение было у меня такое, знаете, на покупки, поэтому одна позиция потянула за собой другие позиции, и я не могла никак остановиться. Ну вот на этой стопочке я остановилась, слава богу. Начнем всего по порядку. Начнем с комплектов для Мирабили. Да, меня почему-то вот сейчас потянуло на Мирабили. Но не почему-то, а объясню почему. У этой девушки есть комплекты для схем к Мирабилиям. Есть схема оригинальной Мирабили, она продает. И я зашла посмотреть, а какие дизайны существуют. И увидела несколько дизайнов стареньких, снятых с производства. Данные дизайны меня очень впечатлили, и я захотела их вышить. Да, вот знаете, нужно найти свой дизайн, нужно найти свою тематику, то, что именно затронет сердце и вдохновит. И я нашла целых 3 дизайна. Было еще несколько дизайнов, но я себя уже сдерживала и била себя по рукам. Хватит, хватит, на 3 остановимся, нужно вышить хотя бы это. И к тому же у меня одна Мирабилия в работе уже несколько лет. Но она у меня сложная, и я, не теряя надежду, все-таки ее вышить и прям себе поставлю в планы на 2020 год завершить ее, чтобы она у меня уже была полностью готова. Вот, ну, соответственно, когда я ее завершу, а может быть даже и раньше, я начну что-то из этого. И давайте по порядку покажу и поделюсь, что же все-таки я здесь приобрела. Значит, здесь идут у меня вот такие вот пакеты. Они очень-очень хорошо не просто заклеены, они запаяны. Поэтому вы уж меня простите, я не буду нарушать упаковку. Хочется, чтобы все сохранилось в целости и сохранности до того момента, когда я приступлю непосредственно к вышивке. Ну, поближе покажу, чтобы можно было понять цветокомплектацию. И так как здесь у меня нет оригинальной схемы, нет картинки, я буду показывать, вставлять картинки непосредственно в видео. И это у меня комплект к Мирабили МД-7. Картиночку вставляю. Это воздушная, невероятно красивая, волшебная феечка. Вот когда я ее увидела, все, это, знаете, была прям просто стрела в сердце. Я сразу поняла, что мне нужно ее вышивать, потому что в ней столько нежности, столько волшебства, прекрасная, интересная основа. Причем комплектация недорогая. Здесь используется всего лишь раз, два, три цвета бисера, рубка и одна катушечка идет креника. Основа здесь Белфаст 32 аккаунта, конечно же, Цвайгард, размер 50 на 70. Ну, сам отрез, он дорогой, потому что все эти основы, они дорогие. Ну, а бисер здесь, вот, в общем-то, нет ничего сложного. Показываю поближе, чтобы вы могли посмотреть основу, какой цвет, ну, и сам бисер. Вот такая вот цветовая палитра, очень нежная, красивая. Меня здесь вдохновляет цвет основы. Как-то я устала от аиды, просто белой аиды. Мне хочется разных основ, цветных, равномерок. Не знаю, мне хочется менять, мне хочется вышивать на цветных основах, как-то себя радовать и что-то менять в своем рукоделии. Я очень люблю аиду, но вот иногда хочется и какого-то разнообразия. Вот такой у меня есть комплектик. Буду вышивать эту феечку.
замечательную, какая она хорошенькая, прям вот волшебство-волшебство, чудо. Первый комплект. Второй комплект. Это у меня МД-23, вставляю картиночку, называется «Праздник». Ну, вы понимаете, праздник, да, какая девушка, у нее венок в руках, торжество. Здесь тоже недорогая комплектация, всего 5 цветов бисера представлено. Вот так постараюсь показать, немножко отсвечивает. И очень красивая основа. Цвет какао. Да, цвет какао. Это у нас лен 32-го каунта. Пермин оф Копенгаген. Вот такая здесь основа. И размер этой основы 55 на 80 сантиметров. Большой-большой такой отрез. Интересный дизайн. Ну, ниточки я не заказывала, потому что у меня своих запасов очень-очень много. И мне их тоже нужно как-то пристраивать, что-то с ними делать. Поэтому будет возможность мои ниточки пристроить вот к этим дизайнам. И здесь их повышивать. Да, вот такой вот отрез. И еще вот такой вот замечательный у меня отрез льна. 32-й каунт, 50 на 80 размер. Тоже это Пермин оф Копенгаген. Здесь всего 2 цвета бисера. Так, посмотрите, цвет и бисер. Вот. И это самая-самая любимая на сегодня мирабилия. Это мечтательница. Вставляю картинку. Да, мечтательница. Большой, красивый, очень интересный дизайн. И мне нравится здесь основа горчичного цвета. Я прям ее планирую начать, но не сразу. Мне нужно дошить моих котов, которые у меня идут номером один в моих планах. Ну а потом, где-то в марте, когда я немножечко разберусь с моими процессами, я начну эту мечтательницу. Может быть, даже мою мирабилию Blooming Bright, которая у меня есть, я ее и не закончу к марту. Но вот эту красавицу я начну, это 100%. Потому что я ждала ее с таким нетерпением. Мне так нравится эта основа. Но не могу ее больше ждать, я ее начну. Вот такая вот замечательная мечтательница. Очень красивая, очень. Так, три мои мирабильки. Вот так. Ну и без наборчиков я уйти, конечно же, не могла. Поэтому наборчики. И хочу начать показ с набора от фирмы Rogoblen. Это первый, свечивает, это первый набор в моих запасах от этой фирмы. Наборчик называется «Роза с корзинкой». Корзинка с розами. Боже мой, что я читаю. Вот, корзинка с розами. Когда смотришь через камеру, вот такой вот милый сюжет. Люблю цветочки, зелень, красоту. Используется здесь 26 цветов ниточек. И размер работы 15 на 20 сантиметров. Почему купила? Потому что дизайн, сам сюжет очень милый. Мне нравится. И цена была очень приятная. Знаете, вот ну, небольшие такие денежки. Я решила, что раз я все это покупаю, богатство, ну вот этот наборчик нужно тоже забрать к себе. Пусть он у меня живет в моих запасах, когда-нибудь, может быть, мои ручки доберутся к этому наборчику. Причем я еще не вышивала на гобеленовой сетке, а данная фирма Rogoblen, отличительная их черта, то, что они комплектуют наборы гобеленовой сеткой и вышиваются в технике гобеленовый стежок. Вот такие красивые, прекрасивые ниточки у нас в этом наборчике, 2 палитры. Ах, какая красота! Да, ну, я не буду говорить, что в этом году я его буду вышивать, однозначно нет. Он идет в мои запасы, но так как была на него приятная цена, я очень рада этому приобретению. Пусть полежит и будет меня ждать. Да, такая вот красота. Следующий наборчик. Ну, этот набор я вам уже показывала. Показывала его в видео о начале 3 совместных проектах. Это Кандамар Дезинг. Размер работы будет 40 на 30 сантиметров.
большая работа, но здесь частичная вышивка. И вышивается здесь очень-очень мало. Я посмотрела по картинке, буквально какие-то штрихи. Вот здесь, вот штрихи. Полукрестик даже не крестик. Чуть-чуть вот лошадки вышиваются. Поэтому вышиваться будет быстро и легко. Я вообще не люблю вот такие работы с частичной зашивкой. Я люблю полноценные работы, полная зашивка. Но этот дизайн, он настолько мне близок, настолько мне нравится вот этот пейзаж, горы. И он для меня перекликается и является дополнением к дизайну от фирмы Dimension. Вставляю картинку. И если вы посмотрите, я думаю, вы согласитесь, что они действительно перекликаются, они дополняют друг друга и, ну, можно сказать, что являются даже парными. Поэтому этот дизайн я буду вышивать в этом году, и я уверена, что я его вышью и вам покажу, что получилось. Комплектация здесь вот такая. Пучочек ниток и основа с напечатанным фоном. Мне кажется, достаточно хорошая печать. Нужно будет открыть и посмотреть. Я надеюсь, не будет протиров и заломов на сгибах, что часто случается у тканей. Вот такое есть опасение. Ну, я надеюсь, что здесь этого не будет. Вот так. Вот такой вот замечательный набор. И главная интрига этой покупки, для меня интрига, потому что с этого набора все и началось, с этого дизайна, точнее, покажу поближе. Так, это дизайн Dimensions, Земля-Мать. Я увидела оригинальный набор, это раритетный дизайн, причем стоимость была очень даже адекватная. Ну, для Dimensions дороговато, но для раритета адекватная цена. И я такая счастливая, что я первая увидела, сразу написала, забила, что все-все-все, покупаю. Мне отписались, платите, и все, он ваш. Я бегом-бегом побежала, все оплатила. Выбрала еще парочку наборчиков, как обычно, оплатила. Ну и счастливая, жду свой набор. А прошло 2 недели, а мне пишут, что набора нет, его на складе где-то выкупили, и все, он ушел. Ну, это и понятно, цена там хорошая была, набор редкий, оригинальный, поэтому кто-то как-то раз и забрал. Я расстроилась, но меня утешили, и чтобы я сильно не горевала, мне сделали сборку. Такой наборчик, да, практически оригинал. Сборку сделали с ниточками GP Cots. Это те ниточки, которыми комплектует фирма Dimension свои наборы. Поэтому здесь все по палитре оригинальной. Так как и в наборе. Такие планшетки самодельные. Основа здесь Dove Grey 16 аккаунта. И вот такие вот красивые, красивущие ниточки. Есть здесь поблескивает золотая ниточка. Такая вот красота. А сам дизайн, размер дизайна будет 41 на 28 сантиметров. Дизайн очень интересный. Здесь представлена вот такая девушка, как бы, не знаю, ангел, не ангел, крылышек у нее нет, но девушка. И различные звери, птицы, дельфины, в общем, все представители фауны. Ну, не все, но, в общем, такое большое разнообразие. Мне кажется, будет очень интересно вышиваться этот дизайн, потому что можно вышивать по одной зверюшке такими небольшими участками, и будет продвигаться работа, знаете, не так, как шьешь фон километрами, и только в итоге можно увидеть, что получилось. А здесь вот вышел один элемент, и уже видно, что получается. Будет интересно. И этот дизайн я планирую начать в этом году. Не сразу, не вот сейчас, но в этом году я планирую его начать. О планах мы поговорим в отдельном видео. Планы у меня, наверное, будут грандиозные, самые сумасшедшие. Но ничего, держитесь, все впереди. Вот такая вот красота ко мне пришла. Упаковано все очень так
приличненько все хорошо сделано. Красивый-красивый дизайн. И буду я его скоро вышивать. Это мои покупки. Ну а сейчас мы перейдем к подаркам. Есть у меня рукодельная фея, которая периодически меня балует подарками, сюрпризами. И это настолько приятно, настолько волнительно. Я когда пошла на почту и получила огромный просто пакет с подарками, это непередаваемые эмоции. Очень-очень благодарна. Я знаю, что ты меня смотришь. Спасибо тебе за твое тепло, за твою любовь и за тот сюрприз, который ты мне устроила на новогодние праздники. И я хочу с вами поделиться, показать, что мне пришло, какие радости у меня появились рукодельные. Ну и, во-первых, это вот такая вот красивая шкатулочка в моем стиле. Какой здесь яркий, красивый снегирь. Шкатулочка такая новогодняя, праздничная. Здесь вот с Новым годом. Снегирь, еловая веточка, снежинки. Она объемная. Здесь очень красиво идет орнамент по кругу. Да, вот так вот. И открывается. Здесь тоже у меня ждали подарочки. Часть я уже вытащила, часть оставила, чтобы вам показать. Вот, здесь у меня такая коробочка. Это наборчик от фирмы Риолис, сотвори сама, в технике бисероплетения. Вот такое вот пасхальное яйцо можно будет смастерить. И к празднику я обязательно сделаю. Я еще ни разу не выполняла технику бисероплетения. Давно смотрела, подумывала, но вот руки как-то не доходили. Благодаря этому подарку я смогу попробовать эту технику. Очень-очень интересно и любопытно. Вот такая вот красотень. Да, это только начало. Здесь у меня очень-очень большая посылка. Просто, женщина, что ты со мной делаешь? Вот такой вот органайзер для бисера. Давно смотрела на эти органайзеры, но вот как-то получается, там, где я делаю заказы, нет аксессуаров. И поэтому очень много вещей, которые я хотела бы заказать, я их не могу заказать, потому что очень дорогая доставка. Нужно делать мне полноценный какой-то заказ, а не всегда приходится что-то покупать в магазинах, где есть аксессуары. Вот такой вот замечательный органайзер в виде сердечка с красивыми здесь цветочками, узорами. У меня есть несколько бисерных наборов, которые я хотела бы начать в этом году. И я их буду вышивать, пользуясь этим органайзером. Здесь с этим органайзером передана вся любовь и тепло. Такой вот Феникс. Фирма Феникс. Класс. Очень-очень мне нравится. Сердечко такое хорошенький. Будем вышивать и пользоваться такими аксессуарами. Ну и к слову, о бисере. Моя фея положила мне вот такой вот наборчик бисерный, радуга бисера. Я давно не вышивала бисером и хочется уже приступить к какому-нибудь дизайну. А здесь у нас Богородица Покрова. Размер вышивки будет 20 на 25 сантиметров. Достаточно такая большая вышивка. Здесь идет практически, ну да, полная зашивка. За исключением ликов. Лики не вышиваются. Отсвечивает. Вот лики не вышиваются. Все остальное вышивается. И, соответственно, весь бисер есть внутри. Это хорошо, потому что я бисер подбирать не умею. И здесь его приобрести просто негде. Бисер здесь Чехия, Прециоза. Вот такой вот красивый наборчик. Буду его обязательно скоро начинать. Да, у меня много начинаний в этом году. Но я решила себе ни в чем не отказывать. Все, что хочется, я все буду начинать. И, ну, что получится. Вот так. Вот такие вот два оберега. Называется серия «Сказка своими руками». Очень интересно, «Жар птица», да? Нам всем известны очень красивые, яркие, интересные обереги. Оберег «Семья», символ материнской заботы и любви. И кубышка.
укрепляет здоровье и отгоняет злых духов. Милые сюжеты, хочется их вышить на какой-нибудь интересной основе, может быть, равномерочки, может быть, на льне, не знаю, буду думать и смотреть, но дизайны на самом деле не сложные, не большие, поэтому как отдыхалочку можно будет вышить и встроить где-то между моими большими процессами, встроить вот эти два замечательных дизайна, буду вышивать. Дальше, поехали дальше. А вот что у меня еще есть. Посмотрите, какая красота. Это папертоль. Я еще никогда не делала картины в технике папертоль. Видела на YouTube, девочки выполняют. И красиво очень получается, но сама не пробовала. Вот шанс. И обязательно сделаю эту картину, выполню папертоль. Да, инструкция, все там написано. Ну, буду потом изучать, смотреть и сделаю такую красоту. Растет гора наборов, растет. Так, вот такой вот наборчик от фирмы Алиса. Я люблю наборы от фирмы Алиса. Они вышиваются легко, здесь хорошие схемы и дизайны очень милые и приятные. И здесь мы видим чайничек, кофе и вот такая вот птичка невеличка. А все то, что я люблю. Моя фея очень внимательна и знает все то, что я люблю, поэтому она вот подгадала кофе, птички, красивый нежный дизайн. Вот такая схема четкая, понятная. Я уже вышивала наборчик от фирмы Алиса, мне очень нравится. Возможно, заменю на равномерочку. Будет очень нежно, красиво. Так, ну и переходим к самому-самому. Итак, перейдем к самому шедевральному набору, не побоюсь этого слова. Это набор фирмы Чаревна Мыть, техника вышивки лентами. Очень мне нравится вышивка лентами, я сделала несколько работ, и мне очень понравилось. Есть у меня в запасах один наборчик, и вот еще один пришел от моей рукодельной феи. Размер работы будет 70 на 25 сантиметров, вышивается на черной основе. И вышивается лентами. Посмотрите, вот здесь вот фрагмент сделан. Посмотрите, какие красивые розы. Используется несколько цветов лент, чтобы передать розу более естественно все ее переходы от светлого, вот желтенькие, да, потом розовые лепесточки и темно-розовые. Очень красиво, просто великолепно. И так как я пробовала наборы Чаревны Мыть лентами, я знаю, что у них очень качественные ленты и комплектация. И вышивать эти наборы очень приятно. Посмотрите, вот посмотрите на это богатство, сколько там лент. И ленты широкие. Я вот широкими лентами еще не вышивала, не создавала такой красоты. Это будет мой первый такой процесс. И очень важно, чтобы ленты были хорошего качества, потому что я пробовала и другой фирмы вышивку лентами. Там ленты были рыхлые, такие слабенькие, и при вышивке они расслаивались, дырявились. Это была проблема. А вот у Чаревны Мыть молодцы, у них все очень классно. И вот такую вот композицию, такую работу я хочу создать. Обязательно создам. В этом году у меня будет все. Я не знаю, как я буду все успевать, но я буду стараться. Я это сделаю обязательно. Да, и еще вот такой блокнот с магнитными полосами положила мне моя фея для записей. Я люблю такие блокноты, различные записные книжки. Потому что я, когда вышиваю, я делаю быстро пометки, отметки, что вышила, что не вышила, что запланировала. И мне это очень помогает в организации моих рукодельных будней. Спасибо, очень миленькие тут такие цветочки красивые, замечательный блокнотик. Так, и еще в коробочке была вот такая вот милота. Вот такой вот сувенирчик. Смотрите, какой снеговичок. Он весь блестит и переливается. Не знаю, сможет ли передать камера всю эту красоту.
есть блеск. Вот так. Очень красивый, милый, настроенческий. Обязательно пристрою его на мою рукодельную полочку, либо на рукодельный столик. И они меня будут радовать, эти милые вещи. И вот такая мышка. Ну, мышонка, у нас отвалился хвостик при транспортировке. Но все равно он красивый. Хвостик мы ему приклеим. Такой вот символ года. Красивый, блестящий мышоночек. Вот такая вот у меня здесь целая гора покупок и подарков. Я счастлива безмерно. Сейчас я буду заниматься тем, что я буду это все растаскивать, да, по своему рукодельному уголку. Какие-то наборы я отложу в сторону, потому что нужно снять видео о планах. А планы у меня будут в этом году, наверное, очень большие, неадекватные. Но ничего, пусть они будут такими серьезными. Я буду стараться. Все хочется вышить, все хочется попробовать. Времени, конечно, не хватает, но будем стараться. Я очень рада была с вами поделиться своими прекрасными подарками, покупками, поделиться эмоциями. Еще раз благодарю мою фею. Большое тебе спасибо за такой большой неожиданный сюрприз. Ну, а мы с вами увидимся в новых видео. До новых встреч и всем пока-пока.